находимся в Canada Wonderland. Это самый большой парк развлечений в Торонто. Сегодня здесь проходит русский фестиваль. Отовсюду приезжают русские люди для того, чтобы принять участие в этом культурном мероприятии. Оно продлится до 10 часов вечера. Здесь будет выступать Руссо, а также будет выбрана мисс Матрешка. Это ежегодный фестиваль, который полюбился русским людям, которые живут в Торонто и в Канаде. И хочется сказать, что мы не забываем русский язык, мы не забываем русскую культуру, мы не забываем русские традиции, и русские люди любят такие мероприятия, которые проходят в Торонто. Специально из Канады, земляки ТВ-телеканал, Наталья Сиянова.